Другое время, другой враг. 60 человек из отрядов войск первого уровня отправили против 500 вражеских бойцов. Их цель – вытеснить противника из гражданской больницы, сохранив жизнь пациентам. Они удерживали позицию 3 дня, но численность врага была слишком велика. Из 60 осталось всего 15. Еще одну ночь они бы не продержались, и враг это знал. Они эвакуировали людей из больницы, отправив всего одного из своих в качестве провожатого. Остальные образовали строй, укрывшись за телами павших братьев. Пока они ждали, кровь с трупов лилась на них. На эту кровь налип песок. Кровь изменила их, своего рода помазание. Когда враг приблизился, эти 14 бойцов восстали прямо из песка. Они стали невидимыми охотниками. Против их скрытности враг был бессилен. Когда кончились патроны, в ход пошли штыки. А когда штыки затупились, в ход пошли кулаки. Когда пыль и песок улеглись, из всех врагов в живых остался лишь один. Его нашли в пустыне. Он бесцельно бродил там в бреду. Он рассказал своим товарищам о силах столь ужасных и могучих, что они могли быть только сверхъестественными. Он назвал их призраками. Все это правда произошло? Да. Да ладно, пап. Ты же не веришь во все эти истории. Ну что ж, ладно. Давайте двинем домой. Пошли! Живее! О, немного трясет. Такие вещи очень пугают вашу мать. Что, опять? Будет еще пара толчков, а потом все успокоится. Еще и ветер сильный поднялся. Отец? Пойдем домой, проверим, ничего там не сломалось. Это Один. В дом, мальчики, живо! Осторожно. Это не землетрясение. О чем ты говоришь? Кэш, отведи брата в подвал. А я за машиной. Но, пап! Сын, выполняй! Давай, Логан! Ты что, черт возьми, стряслось? Свое вращение.
Мосли, шлюз С готов к стыковке. Захват. Ориентируйтесь на опору колючки. Сдавайте назад. Понял вас, Бейлоуд. Герметизация шлюза. Ой, хочется уже поскорее домой. Сколько прошло? 3 месяца? Бейлоуд, стыковка будет жесткой. И вы сели. Отличное пилотирование. Бейкер, помоги мне с разгрузкой. Аделанте! Один, подтвердите контакт. Хьюстон, подтверждаю, они были в шаттле. Фраг захватил диспетчерскую Одина. Нам надо спешить. Диспетчер Одина, это катер командира, мы под огнем. Диспетчер Одина! Один переходит в боевой режим! Это не учение! Нельзя позволить им захватить Один! Диспетчер Одина! Отряд Федерации в отсеке экипажа! На корме! Брейкер, осторожно! Их стало еще больше! Один готовится к использованию первого заряда. Наведение. Лос-Анджелес. Захват. Сан-Диего. Захват. Феникс, захват. Наведение Хьюстон, захват. Наведение Майами, захват. Ты безопасная зона близко, живо туда. Запуск через 10 секунд. О, нет, команде бери. Они загружают координаты цели и зарядов 2, 3 и 4. Хьюстон, что нам делать? Иди в безопасную зону. За мной! В Один загружаются координаты целей. У нас критическая ситуация. Запуск процедуры дистанционного подрыва. Принято, Мосли. Дай подрыв станции. Через 3, 2, 1. Родина. Хьюстон, это Мосли. Мы с Бейкером все еще здесь. Вот ведь срань. Принято, Мосли. Наведение зарядов 3 и 4 Одина отменено. Но второй заряд по-прежнему готов к бою. Наведение завершено. Сан-Франциско, Денвер, Канзас-Сити, Чикаго, Вашингтон. Еще не все, Бейкер. Наш тот Один. Нужно его ликвидировать. На 23 градуса, левый борт или корму. Но дистанционное управление не работает. 23 градуса. Мы подходим эту банку в океане. Повалить!
Нужно прыгать!